Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас трейлер. Мобиль приехал. Нам делать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор. Смотрим пол в салоне. Видите, такие полы сверхпласты. Проклеены задние арки у нас голый металл. В автомобиле одни из самых шумных мест. Крыша также голый металл. Передняя часть пола. Можно сказать, голый металл. Ну и в дверях небольшие полосы проклеены. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Peugeot Traveler. Проклеен у нас пол. Проклеены задние арки крылья. Проклеена крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласт. Начинаю его 3 миллиметра. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на тревелере. Проклеиваем с мембраной шумоукладителем пол. Также мембрану нанесли в дверях второй слой. Третий слой мы наносим в дверях. 2 миллиметра. Обработана шумоукладителем крыша. И четвертый, заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. У нас шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!